Привет, ребят! Сегодня мы поговорим об этом таком универсальчике. Я, конечно, бы мог вас спросить, да, что это за нож? Я вам скажу, что все, что вы скажете, в принципе, вы ошибетесь практически, ну, наверное, процентов на 200. Вот. А если я задам вопрос, что это был за нож, ну, может быть, процентов, думаю, 40, может быть, вы угадали. Вот. Ребят, это бывший нож Вюстхоф, шеф 16-сантиметровый, который мы получили в посылочке из Германии. Если кто следит за моим каналом, то есть вы видели распаковку, да, и потом болтовню про мои ножи, где я высказался, что этот нож просто, как бы, ну, никакого применения мы ему не нашли. Потому что его вот эта утиная морда, так я не знаю, не утиный, как там, да утиный, наверное, клюв такой, он просто отвратительно работал в плане удобства, реза и всего остального. Вот. И теперь этот нож я могу, наверное, назвать, как бы так выразиться-то правильно, Вюстхоф от Дамира Сафарова. Вот так вот, наверное, да, назовем это. Большое спасибо Дамиру за то, что он из нерабочего ножа сделал такого, по моему мнению, очень даже красивенький такой ножичек получился. Очень универсальный. Я вот замечу, и большой акцент сделал именно на этом, что нож получился действительно поистине универсальным. То есть вот здесь вот, видите, да, вот есть такое легкое закругление вот в этой части. Это дает момент, если вы разделываете мясо, да, как работать немножко как пчаком. То есть взять, да, и моменты, то есть это подрезать. Видите, ну, то есть как он режет, да, сейчас. Вот. Очень я доволен. Еще раз, Дамир, большое спасибо. Что-то о нем говорить, как он режет, ребят, я думаю, это, ну, не стоит этого, потому что режет он, я не знаю, понимаете, то есть вообще. И ту же самую морковку, да, на которую там, понимаете, он не замечает этого никак. Вот. Ребят, если вдруг у вас есть дома ножи, которые вы, допустим, купили и не нашли им применения, потому что они вам не нравятся, их не форма, они тяжелые, не нравится ручка, да? Вот посмотрите, Дамир полностью переделал ручку. То есть сначала он мне переделал клинок, и ручка осталась та, которая была. Сейчас я вам, ребят, на паузу сделаю. Так, маги кино. Чтобы вы понимали, вот второй нож, которым мы, в принципе, очень довольны. Очень. Именно формой и геометрией. Но давайте посмотрим, какая у него была ручка. Вот, видите? Стандартная европейская ручка, да? И что сделал Дамир? То есть теперь эта ручка, вот она настолько лежит приятно в руке. Вот. Я не знаю, вот. Понимаете, вот не хочется брать, вот, когда берешь этот нож, да, и понимаешь, что вот он тебе чем-то уже вот неудобен. Потому что вот эта форма рукоятки, я уже говорил о дамирских ножах, что очень его форма рукоятки очень приятно лежит в руке. И настолько удобно, и здесь то же самое. Да, здесь, конечно, не позволяет, дамир же не может нарастить, да, ручку подлиннее сделать, как на своих ножах. Но тем не менее, то есть, это очень удобно, это очень обалденно, ребят. То есть, получить, наконец-то, да, из ножа, на который уже был поставлен крест,
в его работе. И вроде мы и на дачу его хотели отправить. И на даче, я понимаю, что, скорее всего, он там не нашел бы никакого себе применения, потому что работать им просто было невозможно. И сейчас я получаю эстетическое удовольствие, то есть работая этим ножом. Видите, вот насколько, вот, я не знаю, но вот очень удобно, очень. Вот такой вот ножичек получился. Отлично, по моему мнению. Так вот, ребят, я не закончил мысль, да, если вдруг у вас есть ножи, которых вы разочаровались, то я думаю, что Дамир поможет вам, так сказать, исправить эту вашу проблему и сделать из нерабочих ножей, сделать рабочие ножи, которыми вы будете довольны пользоваться, и ваши деньги не пропадут, так сказать, даром. Да, ну придется потратить немножко на переделку, как бы, я думаю, это лучше отдать чуть-чуть денежку, чтобы вам переделали нож, и вы будете работать, нежели вы нож там отдали 5000, да, там, или 10000, неважно. Ну вот, и он просто у вас будет валяться, и ваши деньги не будут отрабатывать. Поэтому ссылочку еще раз я на Дамира, как всегда, под видео оставлю. Обращайтесь, ребят, и реально покупайте ножи Дамира. Это ни в коем случае никто мне там не платит, да, это тем людям, кто думает, что по каким-то причинам Дамир мне проплачивает. Это сугубо мое личное мнение, и на сегодняшний день, на 24 июня 2017 года, я могу сказать, что по тому, чем я пробовал резать, и в плане удобства, лучших ножей, чем Дамира, я на руках не держал. И, ребят, хотите, верьте, много есть скептиков, которые могут там сказать, что это не так или еще что-то. Вам я отвечу только одно. Купите нож, попробуйте. И потом мы с вами поговорим. Все, с вами был я, Михаил. До скорых встреч. Бай-бай.